Мы снова в залах Государственного музея Абхазии. Сегодня мы будем говорить о строительных материалах, которыми так богата наша республика. И на первом этаже сразу обращает на себя внимание комплекс вот этих предметов, сделанных из мягкого известняка. Это предметы алтарной части села Анхуа. Невозможно не восхититься работой зодчих. С такой тщательностью проработанные предметы в мягком известняке, они, конечно, вызывают восхищение. Добрый день, Жанна. Я думаю, нашим телезрителям будет очень интересно узнать, какие полезные ископаемые добывали в Абхазии и где их применяли. Конечно, это очень интересно, тем более сейчас практически они не разрабатываются, но было время, когда они очень хорошо и широко разрабатывались. Были строительные материалы, изготавливали бетон, асфальт и другие вещи, которые были необходимы не только республике, но и населению тоже. Ну и расскажите нам о самых распространенных. Мы так на слуху знаем мрамор, гранит, туф, известняк, но где, когда и что из этого делали? Ну, давайте пока начнем, что такое строительные камни Абхазии и вообще, как они распространяются у нас в Абхазии. Хочется сказать, что Абхазия располагает широкой гаммой различных камней, это вулканического, метаморфического и осадочного происхождения. Вулканические и метаморфические располагаются в основном наверху, то есть в горах Абхазии. А осадочные материалы, они располагаются гораздо ниже, в холмистых предгорьях. Осадочные материалы – это такие, как песчаник, такие, как туф. Такие, как туф, тоже бывает вулканического происхождения, но он есть еще и осадочного происхождения. Такие, как мел, глина, из которых изготавливали керамические изделия, вот разной разности, мрамор и многие другие. Самым главным качеством строительного материала является то, что они должны быть полируемые, как этот известняк, вот нижняя часть его полированная, а верхняя не обработанная. Уже какой-то эффект красивый. Ну и, конечно, разработка больших блоков, потому что он, когда режется на большие блоки, потом его удобно распиливать. И еще, конечно, самое главное – это легкая его обработка. Ну, хочется сказать, что строительные камни, они распространены от Ингуры до Псу включительно. И самое главное и интересное то, что они находятся вблизи жилья человека. И удобно и разрабатывать, и быстро подносить, допустим, если у кого-то есть какой-то транспорт, строить из него что-то и так далее. Ну, начнем, пожалуй, с песчаника. Это самый распространенный камень во всем мире, причем. Ну, все мы знаем, что из песчаника в Египте строились пирамиды, из песчаника стена плача в Иерусалиме, вы, кстати, были там, наверняка видели это все, собор Парижской Богоматери. Вот ну, неожиданно, да, тоже неожиданно, тоже из песчаника. Но это не долговечный камень. Ну, живет, и все-таки радует нас уже, когда был построен и сколько было. Ну, фрагменты Кремля, стены Кремля тоже из песчаника и многое-многое другое. У нас в Абхазии тоже песчаник имел свою популярность. И из песчаника во время археологических раскопок, из песчаника были найдены огромные блоки в Сухумской крепости. Значит, пользовались и что-то строили, и крепости и тому подобное. Самым главным качеством песчаника является то, что он был
бывает разновидный. Есть очень крепкий, твердый, и есть мягкий, который поддается обработке. Также из песчаника вот в Новом Афоне это Иверская сторожевая башня, она полностью, она полностью из него сделана. Ну и что хочется сказать, во время строительства города такие значимые объекты, как Дом правительства, он облицован песчаником, как железнодорожный вокзал, тоже облицован песчаником, Гумским причем песчаником. Также драмтеатр, Дом правительства, наши церкви 10-х веков тоже строились из песчаника. Это Пицунский храм, он из более мягкого ракушечного песчаника. Лыхницкий храм, желтый, его еще называют каверна. Также Бзыбский храм. X века тоже из песчаника. Облицовочные материалы, вот особенно Дом правительства, песчаник, он хорошо сочетается с мрамором, с гранитом сочетается. Поэтому вот такой эффект. Нижняя часть, например, драмтеатра, она из песчаника, а верхняя уже облицована гранитом. Поэтому так красиво. Наш железнодорожный вокзал тоже облицован и построен из песчаника. Жанна, и скорее всего песчаником отделывали цоколь здания, то есть нижняя часть. Цоколь здания, возможно, вообще и строили, потому что камень крепкий, да. Строили его тоже. Ну и частные дома тоже строились из песчаника, и причем вперемешку с кирпичом. Ну, мягкие формы известнякова, они прекрасно полируются, из них можно делать различные орнаменты. На первом этаже, вот в отделе археологии, памятники из села Анхуа, с разрушенного храма, где каменщики делали красивые, великолепные узорчатые вещи, плетения, использовали листья винограда, в основном старались ползучие, потому что это красиво. Но также еще и изображения ангелов, Георгия Победоносца, равноконечного креста и многих-многих других. А песчаников, конечно, в Абхазии, как и восточной, так и в Западной Абхазии, их достаточно, чтобы добывать и обрабатывать. И около 20 миллионов кубических метров общие запасы его. Ну вот, хотелось показать вам литографский камень. Это твердая порода песчаника, которая обработана, и на него наносился рисунок с помощью жирного карандаша или жирной тушью, и получался оттиск. Таким песчаником пользовались такие великие художники, как Тулуз-Лотрек, Клод Мане и многие другие. Причем, что самое интересное, что оттиск имел ровно такую же цену, сколько сама картина. То есть она была такая же дорогая. Но сегодня, конечно, литографский камень не используется, потому что он немножко неудобный, тяжелый, и перешли на металлическую плитку. То есть сделали такую матрицу из песчаника, и потом печатали свои картины. Для размножения, Ну, что-то использовалось типографии, конечно. Ну, и художникам было, наверное, так удобнее. Это все-таки и картина своя, но и оттиск его тоже стоил больших денег. Да. Очень интересный камень травертин. Травертин – это порода туфа. Его очень много в Абхазии, как в Восточной, так и в Западной Абхазии. Из травертина у нас Илорский храм.
он полностью из него был построен. Правда, потом были реконструкции, что-то было, добавлялись современные материалы, а изначально он был построен из травертина. Вот очень много выхода травертина в селе Джгерда, в окрестностях села Джгерда. А вот туф, у нас тоже его много в большом количестве. Правда, он не добывается. Вот вначале, конечно, очень много уделяли внимания туфу, а потом как-то его подзабыли, наверное, или неудобно было его разрабатывать, я не знаю. Но из туфа делали, строили дома, строили крепости. Например, в ущелье Бзыбь стоит сторожевая башня, она полностью сложена из этого туфа. Это оборонительное укрепление, и что самое интересное, она уже живет 10 веков. И практически она не претерпела никаких изменений. То есть он долговечный, он жароустойчив, он влагоустойчив и может жить очень долгое время. То есть крепкий камень оказался. Но вот в связи с туфом все-таки мне хочется дополнить. Мы знаем, что вся Армения выстроена туфом, но во время землетрясения существует такое мнение, что именно из-за того, что все строения были из туфа, вот такие страшные разрушения. То есть туф – прочный камень, но либо землетрясение там было очень сильное, потому что все буквально развалилось. Ну, конечно, было сильное землетрясение. Ты не найдешь такой камень, который выдержит, если я не ошибаюсь, 9 баллов или 10 баллов было. Конечно, что может остаться. Тем не менее, туф считается долговечным камнем. А то, что хочу сказать, что вот мало уделяется сегодня внимания туфу, в то время как в странах Европы, Италии, Франции, Германии там строят и церкви, и соборы, и дома строят. И это очень красиво. У нас, а вот в Азербайджане и в Армении, там это, конечно, все из туфа, особенно Армения, потому что туф – это визитная карточка Армении. И есть такие поселки, есть такие деревни, где практически все из туфа. Это и мало того, что дом, да еще какие-то пристройки к нему, да еще какие-то улочки. Между прочим, туф в полировке очень красиво смотрится, и он сочетается очень красиво с другими материалами. Ну и туф у нас, вот я сказала, что да, вот Джгерда, там выходы этого туфа, ну и в Западной Абхазии его много, особенно темно-красный, красный туф. Ну хотелось бы применения. Не знаю, это может быть дело будущего, конечно. Камень интересный вулканического происхождения, вернее, метаморфического происхождения – это мрамор, который сочетается почти со всеми элементами других камней. Он очень красиво смотрится в полировке, он очень интересен. Очень многие фрагменты наших соборов включили, отделаны этим мрамором, такие как Дранский храм, такие как Пицунский храм. Там имеются детали этого мрамора, особенно там, где алтарные преграды. Мрамор у нас в Абхазии его тоже много. Запасы оцениваются около 20 миллионов кубических метров разнообразного цвета. Он бывает и чисто черный, он бывает серый, он бывает разных оттенков. Бывает розовый мрамор. Из него изготавливают крошки. Он сегодня в других странах употребляется и в строительстве, и изготавливают мебель, столешницы очень красивые из мрамора. То есть в мебельной промышленности тоже. Плиты напольные и все прочее. Ну, очень красивый мрамор в драмтеатре. Вот мы видим в фойе, там и красный, я смотрю, есть мрамор, и всякие оттенки его, и этот материал все-таки отличается от всех, что вы говорите, тем, что он светится просто. Он светится, потому что с греческого перевода мрамор переводится как «сияющий».
при полировке он действительно производит такой эффект. Но это самый дорогой материал из всего, что вы сейчас сказали. Да? Самый дорогой. А вообще вот мрамор Лашепсинский, он вообще интересный. Он чисто белый и с черными прожилками, полосками. И вот представьте его в обработке, как он смотрится. Ну и хочется вот еще гранит. Это тоже очень интересный камень, гранит вулканического происхождения. Он тоже прекрасно, это один из материалов, который прекрасно сочетается с облицовкой. Ведь я уже говорила, что дом правительства, железнодорожный вокзал, наш драмтеатр, он в сочетании с гранитом идет. Вот верхняя часть – полированный гранит из светлого тона. Поэтому он так вот смотрится, белоснежное все такое красивое. А вокзал – это вообще, ну, визитная карточка, наверное, Абхазии. Гранит, его тоже очень много. И больше он располагается в верхней части Киласура, ну и в западной тоже Абхазии есть, конечно. И запасы его тоже прилично. Беда в том, что сегодня это все не разрабатывается. Почему, Жанна, как вы думаете? Ну, во-первых, развал Советского Союза. Во-вторых, война 92-93 годов, она внесла свои коррективы. Республика еще не поднялась на ноги, чтобы вкладывать в такое производство. Но я уверена, что будет время, и либо это будут крупные коммерческие предприятия, либо государство возьмет на себя такую функцию. Но я думаю, что все будет разрабатываться, то, что к чему достанет техника. Потому что наши полезные ископаемые некоторые находятся в такой зоне, куда трудно доступно технике попасть. Это надо делать специальные дороги к ним. Ну, конечно, дорогостоящие. Но есть, которая можно, которая ближе располагается. Например, Киласурский мрамор розовый. Ну, там, где возможно это, я думаю, будет разрабатываться. То есть в перспективе это вполне может быть отрасли, образующие направление. Конечно, конечно. Я думаю, что так и будет. В одном из номеров газеты «Советская Абхазия», это за 1938 год, в Москве строится великолепное здание Дома Советов. Для этого периода это монументальное здание такое представляло собой мощь, советскую мощь такую. Она была из металлических конструкций, стальных конструкций. И вот когда завершалось уже строительство, решили облицевать его кавказским светлым гранитом. Приехала комиссия во главе с профессором Залесским, архитектор Найденко, с ним вот на фотографии вы это видите, и вместе с нашим геологом-исследователем Гошбахаджаратом и младшим научным сотрудником Семеновым на фотографии они обсуждают образцы вот этого гранита, какой выберут и что из этого получится. Ну, я думаю, что облицевали или нет, я не могу сказать точно, но такой вариант был. Да, значит, такой... нашим кавказским полезным ископаемым уделялось в советский период определенное внимание? Конечно, уделялось, да. Конечно. Да. Ну, хочется уделить внимание кирпично-черепичным глинам. Это первый материал, с которым столкнулся человек. То есть он его лепил, и очень давно из него различные фигурки, хозяйственные вещи, миски, чашки, а то и жертвенные фигурки богов, священных животных. Например, у нас стоит прекрасный образец глиняного оленя. И головки быка, и бык тоже. То есть ритуальные вещи. Ну, вначале, может, это все было примитивно, а впоследствии тихо стали появляться обжигательные печи, стали украшаться. Вот тут перед вами, посмотрите, кувшин, который уже был нанесен какой-то узор,
уже как-то это все украшалось. Это кувшин средний век, который был найден, когда строили дом Москвы. К нему вот такая леечка идет глиняная. Посмотрите, леечка идет и мисочка. Чуть попозже проходило время, стали тихо появляться какие-то небольшие артели, где делали уже хозяйственные вещи, нужды для населения. Вот то же самое хозяйственная утварь, кувшины, где держали и жидкость, где держали сыпучие материалы. До войны, ну, у кого была такая возможность, были свои небольшие заводики глиняные. Это Кадыр Ависба имел в Моквах, это Ибрагим Искандер имел свой небольшой заводик, такой же небольшой заводик имел Яхья Абас-Углы, это дед Адили Абас-Углы, Смицко имел даже свой заводик. То есть это все для нужд населения, окружающих людей. Начали появляться кирпичи, они обжигались, продавались населению. Ну а во время установления советской власти, конечно, большое внимание уделялось, уже серьезно осваивались, не осваивались, а изучались местоположение глин. И в тот период было известно уже 20 таких мест, где можно было добывать глину. В 1929 году стали строить первые заводы уже на государственном уровне, где выпускались достаточное количество кирпичей и других вещей. И в тот же период появилась кольцевая печь Гофмана. Это уже для серийного производства кирпичей с обжигом, для дренажных труб и так далее. Ну, сегодня, конечно, перешли на другие материалы. Глина немножко отошла на второй план, но я не могу сказать, что она забыта, потому что очень интересные вещи, как сувениры, продаются, и люди успешно его покупают. Посмотрите, какие вещи делают сегодня. Глина используется не только для того, чтобы вот делать кувшины, различные хозяйственные вещи, но и в садовом дизайне она очень красиво смотрится. Большие кувшины, из них растут цветы, это очень красиво. А в Израиле вообще глина поставлена на уровень, где продают скрабы для лица, где медицина пользуется глиной тоже. Да. Ну и наши бабушки раньше тоже мыли голову глиной, знали, какой, правда, волосы были пушистые, мягкие, здоровая была кожа головы. Это все можно иметь в виду и сегодня тоже. То есть глина всегда, наверное, будет популярна и будет рядом с человеком. Несмотря на прогресс. Несмотря на прогресс, это будет. А разве с такой чашки неприятно пить кофе, неприятно пить воду или вино? Конечно, это будет популярно и красиво, и хотелось каждой хозяйке иметь такое в доме. У нас еще связующие материалы – это гипс, это доломит и это мергель – связующие материалы для бетона, для цемента. Их тоже много очень, как в Западной, так и в Восточной Грузии. Это тоже надо иметь в виду, потому что у нас были свои заводы по цементу, по бетону, то есть мы их использовали, и это было практически до войны. Мел, вот хочется сказать, перед вами мел, он как и в Восточной, так и в Западной Грузии, особенно очень красив белоснежный мел, 97% кальция у него, то есть он практически без примесей. Совершенно. И месторождение мела считается в бывшем Советском Союзе одной из самых лучших меловых отложений у нас в Абхазии. Особенно очень
белоснежный мел – это в Гальском районе, Царча. Барит. Ну, он не строительный. Материал из него не применяется к стройке, но он тяжелый, и очень тяжелый, хоть и маленький, но он как связующий материал. Он придает упругость и тяжесть цементу, лакокрасочным материалам. Его добавляют, чтобы делать взлетно-посадочную полосу. Его добавляют, чтобы прокладывать трубы по дну моря, допустим, реки и так далее. То есть он идет как утяжелитель. Да, как утяжелитель. Но он и красив. Вот впечатление, когда смотришь, что он легкий, что там искрятся какие-то кристаллы, но поднять его тяжело. Да. Его очень много. В бывшем Советском Союзе запасы барита вышли на первое место. То есть в Абхазии. Запасов очень много. И я думаю, что барит, видимо, все-таки обратят на него внимание, и он будет разрабатываться. Ну и хочется сказать об инертных материалах. Об инертных материалах – это песок и гравий, которые необходимы и республике, и нуждам населения. Инертные материалы вот раньше, до 60-х годов, вырабатывали в береговой полосе моря. Но получилось так, что началась эрозия. Ну, подвергаться эрозиям. И в 1979 году в Пицундах был шторм, где вода зашла в первые этажи зданий. И посмотрите, во что превратила береговую полосу. Затем перестали добывать, потому что это было уже невозможно, и начали добывать с русел рек. Хотя русла тоже наносят свой материал берегу, дают какую-то значительную ее часть. К этой проблеме нужно тщательно относиться, нужно очень много раз подумать. Это хорошо, сейчас не в таком широком масштабе это все идет. У нас вырабатывается в Кадорах части инертных материалов и что-то еще в Западной Абхазии, но это пока в небольшом объеме. Вот. Но это проблема, о которой потом надо будет подумать, потому что без инертных материалов в республике тоже никуда. И человеку нужно. Я думаю, что придут к какому-то решению, и это все будет. Вот, Жанна, я все-таки хотела бы, вот раз вы стали об этом говорить, производство полезных ископаемых в Абхазии в таком широком масштабе все-таки нежелательно, потому что оно нарушит экологию. Вот вы только что сказали о реках, которые изменили свое русло, облысели и так далее, и так далее. Конечно, вырабатывать все же надо, но без фанатизма. Да. Без больших объемов. Без больших объемов. Я согласна. И для собственных нужд. Да. Наверное, да? Не для продажи. Потому что если мы начнем все это продавать, конечно, мы на этом заработаем. Но причиним большой ущерб нашей природе. Поэтому все по чуть-чуть, все. И я думаю, даже наши правители все-таки правильно делали, что не выносили это в такие большие объемы, все же вот так все очень осторожно, и в то же время зарабатывая, может быть, на этом, но, повторяю, без фанатизма, да? Совершенно согласна, совершенно. Вообще хочется сказать то, что лучше, что создала природа, и чем радуется глаз человека, нету. Поэтому действительно без фанатизма ко всему надо относиться, подумав 100 раз, ну и вместе с тем делать какую-то прибыль, чтобы обогатить бюджет государства. Поэтому надо думать. И экологии надо думать, и вышестоящим надо думать, как сделать лучше. Спасибо большое, спасибо за беседу.